Прошу согласовать установку мемориальной доски Чугунову Михаилу Егорычу, почетному гражданину города Ачинска, оценивая его огромный личный вклад в развитие города, решение проблем в сфере экономики, медицины, образования, большой вклад в развитие культуры, умение влиять на формирование мировоззрения будущего поколения, учитывая его заслуги перед Красноярским краем, городом Ачинском, и в связи с 90-летием со дня рождения. Михаил Егорович был человек слова и дела, и хотелось бы соответствовать тем требованиям, которые он выдвигал перед собой и перед людьми. И мы очень торопились. 17 января ему был день рождения. Дорогая чашка, простите меня к обеду. И что бы мы в данной ситуации не сделали, если бы мы открыли позже, то тогда бы сказали, надо все делать вовремя. Открыли раньше, и теперь будем отвечать. Да никто с вас ничего не спросит. Думаю, что здесь ни одного депутата, кто бы не согласился с заслугами Михаила Егорыча. Вы не волнуйтесь, есть темы, на которых плясать нельзя. Это все равно, что пляски на костях. Спасибо. Вы не волнуйтесь, никто вас не осуждает за это. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, честно. Здание музея краеведческого является зданием объекта культурного наследия. Нет. То есть у нас сложности не будет. Из четырех зданий краеведческого музея, в которых мы сейчас работаем, вот это здание муниципальное объект. Поэтому согласование с краем не нужно. И я документ предоставила. Ну, то есть нам не придется ее потом снимать, ставить? Нет. У нас есть два здания регионального значения объектов культурного наследия. Это Ленина 20 и Ленина 20Г. Это Ленина 20, штаб партизанской армии Кравченко и Щетинкина, а Ленина 20Г – это магазин 19 века. А вот Ленина 20А, там мы расположили эту мемориальную доску. Почему? Потому что именно в этом здании он и работал. Сложности не будет? Нет. Еще уточню, глупый, наверное, вопрос, но все равно спрошу. Сейчас же не будет, обратно сняли, потом обратно установили. Нет? Пока нет. Ждем представления прокуратуры, потому что по запросу прокуратуры я уже работаю. За 10 единогласно решение принято.